Ну что, Джорджи, хочешь свой кораблик обратно? Чё ты ржёшь, чучело? Лучше гони сюда свою мобилку. Что, прости? Ты чё, тупой, что ли? Слушай, давай-ка повежливее. Вежлив я только с тёлочками, да и то только когда их кадрю. Но я вообще-то взрослый. Учи, посмотрите, он вообще-то взрослый. Что-то у меня аппетит пропал. Я, пожалуй, пойду. А тебе чё, кто-то разве отпускал? Куда ты пошёл? Стой, говорю! Я с тобой ещё не закончил! О да, теперь превратись в голую Марго Робби. Что значит не буду? Хватит ныть, ты монстр или кто? Не заставляй меня спускаться и снова бить тебя! Делай, что говорю, а то хуже будет! Ты ведь вроде новенький, да? Я Беверли. Мы учимся вместе. Да ладно. Какого хрена тогда ты выглядишь как 20-летняя девушка в самом соку? А я словно только вчера выпустился из детского садика. Ну, девочки всегда выглядят старше, это как бы нормально. Но не на 4-м же курсе универа! Кажется, это тапочек, пропавший Бетти Рипсом. О, черт. И что теперь будем делать? Может, поищем ее тело? Может, таки поищем Пагу от ее тапочка? Парни, да это же важная улика. Давайте отнесем ее в полицию и поможем расследованию, а? Гениально, Ричи. Что еще предложишь? Может, пойти в жуткий дом монстра, предварительно вооружившись? Но ведь в полиции нам реально могут помочь. Заткнись, Ричи, это слишком тупо. Пап, видал, какой я макет построил? Джорджи придет, просто обалдеет. Билл, Джорджи больше нет. В смысле, они ж только что с мамой в магаз ушли. Мамы тоже больше нет. Так, бать, если ты опять брал мои таблетки без спросу, и таблеток тоже больше нет! Ну просто потрясающе. А теперь садись на стул и смотри, как я буду шлифовать свой ствол. С полной ответственностью заявляю, это самая отвратительная вещь, что я... Ага, ты про это? Нифига себе, это кто ж тебя так отделал? Да вот, хулиганы порезали. Выглядит хреново, может тебя в больницу отвезти? Слушай, а ведь и правда. И как мы сами не догадались. Отличная мысль, Беверли. А еще эти хулиганы нарушили закон. Может, заодно и в полицию обратимся? Заткнись, Ричи, это слишком тупо. Не понимаю. Почему все говорят, что я не страшный? Грим вроде жуткий, голос тоже. Может, я делаю что-то не так, а? Давай-ка проверим. Проблемы с доступом к Джой-казино? А-а-а! На помощь! Кто-нибудь! Да нет, вроде нормально. Вчера я тоже видел этого клоуна. Странный костюм, ярко-рыжие волосы, дурацкая прическа. Жуткий, противный, раздражающий голос. И еще, он постоянно безумолку нес всякие глупости. Про геев и православие? Придурок, я про клоуна из фильма. А, ну этот-то всего лишь людей жрет. Слушайте, мы уже вроде столько фактов собрали. Может, все же в полицию обратимся? Заткнись, Ричи, это слишком тупо! Беверли... Поиграй с нами, Беверли. Мы все летаем здесь внизу. Офигеть. Говорящая дырка. Сама ты говорящая дырка. А я многофункциональное сливное отверстие. Здесь написано, что я пропал. Ты не пропал, Ричи. Но ведь тут мое фото, мое имя, мой возраст, мой город. Успокойся, тут напечатано мое полное описание. Спокойно, Ричи. И написано, что я пропал. Что это значит? Это значит, что я пропаду. Это значит, что у кого-то тут есть принтер, долбоеб. Соберись, мы же ветераны VR-чата. Мы столько всякого трэша видели. Нас не запугать какой-то вшивой бумажкой. Do you know the way? А? Оно ранено. Мы знаем, что его логово в канализации. Нужно спуститься туда и добить его. Нет! Хватит уже постоянно рисковать своими жизнями. Мы там все точно погибнем. Но почему? Вместе мы вполне можем победить. Да кого мы вообще можем победить? Ты посмотри на его пузо. Оно ему чуть кишки не выпустило. А я согласен с Беверли. Монстра я, конечно, боюсь, но там потом по книге у нас все-таки группа вышка в канализации. Так чего мы ждем? Поехали быстрее. Ребята, знаете, я тут подумала. А может лучше в полицию обратимся? Заткнись, Беверли, это слишком тупо. Детишки, прекратите меня провоцировать. Я вообще-то убежденный пацифист и вегетарианец. Блин, да ладно. Что, не ожидали, да? Ну и что вы на это скажете? Старая экранизация круче? Генри, блин, ты там только не умирай, помощь уже в пути. Эдди, а зеленка ему точно поможет? Конечно, но мы же столкнули его в колодец глубиной 200 метров. Точно, пластырь еще надо. Что, противная девчонка, значит, не боишься меня? Да я, честно говоря, страха штаны навалила. Детишки, да что с вами не так, а?
Так, Стивен, у тебя по сюжету дети застряли в канализации. В кромешной тьме. Как они в итоге будут оттуда выбираться? Перед этим они обратятся в полицию, поэтому их быстро найдут. Блин, по-моему, это тупо. Определенно тупо. Тогда они могут, например, пойти на ощупь. Ну что за бред? Ты бы еще предложил, чтобы они там устроили на ощупь групповуху с малюткой Беверли. Черт, да это же просто гениально! Стивен, она пошути. Устрой шикарнейшую малолетнюю групповуху!